Добрый день, дорогие друзья! Нет повести печальнее на свете, чем повесть о 2020 году. И одно из печальных событий, завершающих этот год, то, что я не могу приехать на книжный салон, на книжную ярмарку, которую традиционно посещаю в Российском культурном и духовном центре на набережной Брамли. Я от всего сердца хотел передать всем издателям, участникам ярмарки, авторам, которые традиционно выступают на ней, большой привет, пожелание здоровья, в первую очередь, душевного благополучия. Хочу передать свои надежды на то, что в 2021 году, когда улягутся все страсти, которые бушуют в мире, и бушуют в Париже особенно, вдобавок ко всему, мы сможем встретиться и поприветствовать друг друга очно. С наступающим Новым годом и Рождеством!